Эта картина стоит 140 миллионов долларов, и ее написал Джексон Поллок. Что же на ней вообще изображено? Джексон Поллок был первым художником, сломавшим европейскую традицию, и изображал мир в своем собственном ключе. Он писал, разбрызгивая краску по большому полотну, расстилая его по полу в своей мастерской, тем самым выражая свои чувства и эмоции в этих мазках. Художник страдал тяжелой алкогольной зависимостью, что мешало его творчеству. И несмотря на депрессию, в период 1947 по 1950 годы он создал свои самые лучшие произведения. Именно они принесли ему мировую известность. Поллок утверждал, что он не помнил ничего, когда подходил к полотну и начинал работать. Но при этом он делал акценты и контролировал свою кисть, которая плавно порхала над холстом. Именно Джексон Поллок стал родоначальником абстрактного экспрессионизма в живописи. Итак, что же это за картина? Это полотно под названием «Номер 5».